До Новой Зеландии обратно за 59 дней. Пилоты аэроклуба Heliport Istra намерены совершить одну из самых сложных экспедиций за всю историю мировых авиапутешествий. На двух вертолетах команда из 4 человек рассчитывает преодолеть 60 тысяч километров. Пролетят путешественники вдоль всей России на восток, а затем посетят 20 стран. Участники экспедиции говорят, что самыми сложными участками маршрута станут перелеты из Австралии в Новую Зеландию и на остров Фиджи. Им предстоит преодолеть несколько тысяч километров над Тихим океаном. К этой экспедиции пилоты готовились целый год. Большая часть времени ушла на согласование маршрута. Путешественников примут в 80 аэропортах. Возвращение в Москву намечено на 13 ноября. Мы совершили кругосветное путешествие выше экватора в прошлом году. А сейчас мы летим вниз за экватор, в южное полушарие. А там я не бывал. Поэтому хочется один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Пока все.